Итак, как было сказано ранее, я закупился за 300 рублей двумя дисками. Это убитые старые колеса. Они вообще пытались мне втюхать их вместе с резиной на металлобазе, но попросил обрезать. Данную тему много кто уже делал, но саму главную фишку я всегда ищу на сайте Pinterest. И это то же самое там нашел. Соответственно, два диска состыковываем и проварим на несколько точек, чтобы оно держалось, когда мы будем зашкуривать края, бортики. Потом шкурим. Снова провариваем. Вот такая тема у нас получается. Такая разварочка. Сейчас бы ее на жигу поставить, да? Итак, дальше размечаем отверстие, дверцу. И выпиливаем ее болгарином. Нашим любимым болгарином. На самом деле вообще нет никаких проблем в создании данного девайса. Ну, это чисто время. Но поддалась эта дверь, там вырезана не сразу. Так как были еще внутренние, грубо говоря, проварки диска. Диск болгарки уже до них не доставал пропил сделать. Поэтому пришлось немного выбивать кувалдочкой этот металл. Так как пропилить не получилось. Мы убираем заусенцы напильничком. Эти ножки я взял от старого гидроаккумулятора, который стоял у меня в Кессоне. Ну, местное мое, грубо говоря, на участке водоснабжения. Соответственно, эти ножки готовы, так как я их просто спилил с предыдущего бачка. Не стал ничего выдумывать. Ну, вы также можете просто взять, приварить 3-4 профиля. То есть, ну, тут все на ваше усмотрение и фантазию. Я взял уже готовое. Далее у меня следует обжиг краски, старой краски с дисков. Итак, колем дровишки и закидываем, и начинаем топиться. Оно мне покоптело пару часов. И в итоге, замечательно, диск облупился, или как это сказать. Ну, короче, сгорела вся краска. Да, на ногах краска не сгорела, но я не стал заморачиваться. Потом берем корщетку, шуруповерт и зачищаем. Все замечательно зачищается. Корщетка – это крутая тема, на самом деле. У меня их был небольшой набор. Они разные типа, по размеру и формам. Очень классно. В итоге получается блестящий, замечательный диск. Мы его протираем растворителем, чтобы убрать и пыль, и всякую гадость. И красим. Красим черной матовой термокраской. Это, кстати, эксперимент, да, сколько она выдержит и вообще продержится ли она, сколько-то эта краска. Но я сначала хотел тоже покрасить черный цвет, но потом передумал и понял, что мой цвет любимый и фирменный, это цыганский, золотой. И за кадром я уже покрасил золотой цвет. Ну что, спустя сутки я решил уже испытать данное изобретение и приготовить что-нибудь на казане. Растапливаем нашу печку, разогреваем ее. Ставим на нее казан, наливаем масло и оставляем накаливаться. Я решил приготовить самое простое блюдо. Это картошка с луком и сосисками. Вообще обожаю готовку на казане. Она получается, ну, не такая. Ты в доме на плите такое никогда не приготовишь. Это запах дыма, это горящее масло. Ну, очень клево. Ну да, жирно. Это не диетическая еда, но очень шикарно. Сегодня я буду ужинать прикольной картошечкой на казане, приготовленной с помощью 300 рублей. 300 рублей реально. По 150 рублей два диска. Это просто бомба. Подписывайтесь, друзья. Скоро будет тема из баллона, подобная этой. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои лайки, комментируйте обязательно. Мне очень важно ваше мнение.
Я уже, как и написано в шапке моего профиля, я учусь чему-то новому. То есть не обязательно я делаю какие-то вещи исключительно как профи, как мастер, там что-то такое, да? Я человек, который пробует. Я обожаю учиться и обожаю пробовать чего-то нового. Поэтому занимаюсь много чем. Оставайтесь со мной, оставайтесь здесь, на моем канале. И я надеюсь, что с вами будет круто. Я надеюсь, что вам будет со мной интересно.